Многие сейчас задаются вопросом, что делать, стоит ли вообще заниматься творчеством, можно ли сейчас вообще что-то делать, что-то писать, что-то создавать, когда вокруг такое творится. И как вообще можно теперь жить в этом контексте? По совести. И меня тоже касается это сильно, но я хочу сказать, что всегда были сложные времена на самом деле. И во все сложные времена, конечно, искусство помогало человеку справляться с бедой. Например, какая-то прочитанная книга могла спасти жизнь человеку, или какая-то услышанная песня могла спасти жизнь. И у меня тоже так было. Поэтому я думаю, что не должно возникать таких вопросов. Нужно делать то, что ты любишь, не стоит замыкаться, не стоит брать на себя некоторую коллективную ответственность там за русский язык или еще за что-то, поскольку я не являюсь, не принадлежу никоим образом ни к какому коллективу. Я не коллективный. И в этом смысле я приветствую некоторую обособленность и незаангажированность взглядов. Мне кажется, очень важно в наше время сейчас не подменять понятия и оставаться максимально твердыми и трезвыми тоже.